Счастливый день. Счастливый день. Он пригласил меня в ресторан, и у нас будет серьезный разговор. Приглашение ты должен сделать именно сегодня, 30 декабря. Так будет лучше. Будет лучше бросить меня прямо накануне свадьбы моей сестры? Ну что ты вечно все драматизируешь? Не звони мне! О, боже, какая прелесть! Да ты сиди. У меня есть обязательства перед моими поклонниками и спонсорами. Мне не хочется превращать нашу помолвку в контент для блогеров. А, кольцо! О, нет, только не. Мы собираемся каждый год. Сэм русский, большой фанат бани. Отвезите его на Maple Drive 15. Будешь блевать в машине, заплатишь еще и за очистком, понял? Так, ух ты, блин. Что случилось? У меня в квартире какой-то голый психопат. Я не психопат. Он вооружен? А ну покажи пистолет. На, смотри на мой пистолет. Мы расстались только вчера вечером, а сегодня днем по твоей квартире уже разгуливает голый хрен. Заходим, будем оба скакать голыми по всему дому. В смысле? Пойдешь со мной вечером на свадьбу? Серьезно? Вообще-то, по ощущениям, серьезно. Фата у меня! Надо им хотя бы деньги оставить. На нем мой смокинг. Кип. Будто Годзилла против Бэмби. Ты что, будешь стоять у алтаря в грязных сапогах? Пусть наденет бабушкины.